Установки бомбы дело не доходит, она на руках у Бумыча Фореста. В общем-то, у него не совсем-то идет игра в последнее время, но поинтереснее, повкуснее Рейдж. Вот можно еще на него посмотреть, ненадолго хватило на зелени, правда. Дальше вступает Свят, одного забирает. Он забрал еще и второго. Саня, третьего хоронит Форест. Электрическим зарядом. Ай-яй-яй, задергался таки. Мимо! Ну, видишь, шестлоут кратно шел флейми. Дальше работа. Нет попадания. Как это так? Симпл в итоге наказывает. Второй пик от противника уже не пережил. Есть вариант зайти в спину. Так, минус рейдж. И по Святу была информация только что получена. После убийства разворачивается, замечает Бумыча. А Свят уже задумывался о том, как бы сохранить снайперскую винтовку рейджа, но... За дымом два игрока через... Транс пытается играть, Элик может еще зайти под флешкой, забирает одного, спрейт по второму, минус кинки, и третий тоже! Найти противника, там Свят пока что остановился, флешка полетела, там не слепой кто-то, господи. Так, пропускает сейчас Флеймича, в итоге Бумыч забирает двоих, еще и выходит перфект, и через зелень должен он убивать девятку, но Свят спасает! Кинки неплохо, есть шанс на взять этого раунда, наконец-то! И поджимается кинки под... сотку, перфекта. Легчайший фраг. Дальше у нас не пошел второй. Да, странно это выглядит. Открывается снайпер. Кинг дожидается. В итоге выходит повторным выпадом на прицел. Опять-таки же к перфект. Так, после уже смока будет дальше выходить Бумыч. Его крат, правда, сбивает. Электроник на размене. Симпл включается с авиком. И находит Бисков Бенни противник. Кирилла, он же капитан команды Нави, но прожил он недолго в флейме. Отомстил за капитана, ну и готов забрать рейджа. У рейджа вообще не идет. 1-1-13. Вот тот фраг, который он сделал при попытке сохранения... Стычка также на зелени. Бумыч. Хорошо идет сегодня. Второй минус тоже организовал. Минус всех противников, пока они не дойдут сюда. Но тут и так уже третий минус залетает. И четвертый, возможно, будет в флейме. Забирает спину Свята. МП5 Неви вдруг выступление на данной локации. Здесь конкретно против Хард Легиона все получалось и все залетало. Это, наверное, одна из самых быстрых карт за квалификацию нашу и первые два дня, да, вот. Я, честно, не помню подобного. 20 минут появится в одночасье. Просел очень сильно, попали ему в голову. Симпл отвечает, правда, выходит Саша, забирает Форестера, флешка полетит. Проверит ли Свят, вот в чем вопрос, падает флейми. Симпл также погибает, 1-0. Перфекто, должен помогать электроник. Ой, патроны закончились. Сейчас с двух сторон его будут загонять. Или по одному флейми. Находит еще Свята, один. Форестер в итоге остался. Красный перфект, 3 хп. 47 флейми. Уйди! Это был один из двух АК-47, которые есть в закупке у команды Легионов. По Симплу там неплохо залетает. У него остается 4 хп. Кинки доедают, но электроника пройти будет крайне тяжело сейчас. На этом дефолте он работает по головам. И Хард Легион даже могут выйти вперед. Симпл спускается. А кто кого заметит в этом радаре? А Форестер был все-таки более быстрым. Врыв от... Он видит чердак, но не обращает внимания. Да. О! Это прыжок на чек был. Там маленький пиксель торчал. Да. И попытается выйти Свят. Первый у него получается ворваться. Ну, последний остался рейдж. 46 хп. У него Симпл перетягивается уже на хелпу. Электроник. Ну, когда ты рейдж и остаешься против Симпла электроника, то тебе сложно жить. Занимает болото, воду, зиг. Называйте по-разному. Но Бумыч тут... Который постарается его удивить, а вот... Разобраться с соперниками. Злые на ту свинцеры. Электроник. Вот, возможно... Нет активного подключения через длину, то есть... Перфекто! В очередной раз проигрывает эту дуэль флейми. Сделано непонятно. Окей. По флешку Симпу в работы. Забрал Свята. Есть информация по последнему. Рейдж с АВП против двоих, но... И с пистолетами попытаются выйти Кинки и компания. Крат тоже погибает. И Форестер вслед за ними. Это... Порадовали нас опорники ППНТ. Интересно, как же дальше сыграть? Бумыч над собой флешка за КамАЗ. И... Свят погибает, в итоге рейдж не попадается в АВП дважды! Ай-яй-яй! Перфекта пока что за машиной играет, выигрывает время для флейми, который все это время заходил в спину. Было дело. Ой, крат. Так, там все уже умирают, в итоге крат тоже погибает на шариках. Это мясорубка, в которую попадает Хард Легион. Персы пока что побеждают спартанцев. Так, тот раунд, который получился, кстати, пытаются реализовать ребята из Легион. Саш Симпл выходит на прицел к рейджу. Хорошее начало для Легиона. Вот, собственно, опорники Бэплэнта опять-таки же налажали, хотя будут исправляться. Флейми Бумыч по минусу, падает Флейми, сгорает Форестер. 2 в 2 ситуация. Это очень приятно для Нави, перфекта, выживает Флейми, в итоге закрывает крада. Так, ну там была отчаянная попытка выйти под коктейль Молотова зигзага.
Смока есть. Смок у нас у Симпла. Флейме закрывает свято. И последний рейдж, ну, слишком уж открыто действовал на воде. Так, 20 секунд. Флешка полетела от Нави. Свят не смотрит направо. Бумыч его забирает. И тут уже Флейме. Работенка для него подъехала. Два хедшота подарила. 11-3. Все-таки электроник там на у нас. Ну, можно и одного Симпла отыграть. И в спрей Бумыча. Хоть и слепой, но забирает кинки. Тут еще как-то нужно пройти перфекта. А с монстра только сейчас выходит Форестер. Вот, наверное, ключевой момент у Форестера. Да, он пока за бортиком может, кстати, зайти сейчас, перестрелять электроника. Да, получается. И Свят ставит точку в этой половине. 4-11. Ну, уже больше взяла Hard Legion. Это хоть какой-то позитив, да? Вот в атаке сейчас нужно, конечно, в защите и обороны для того, чтобы как-то удивлять более соперника. Симпл. Важный минус может дать Кинки или Флейме. Двигается строго в одном направлении. Свят выходит на прицел к Симплу. Пистолетные раунды. Ну, были успехи в этом моменте у данного коллектива, но... Ой-ой-ой, сейчас Саш Симпл будет удивлять. Если он просто пойдет на интуицию... Кстати, да, это вариант. А там не будет флешки. А он видит тень двоих. Привет, первый. Там можно резать. Привет, второй. Привет, третий, Саша Симпл. На щите. Здесь нельзя ни в коем случае. Они не вышли из группы на первом подобном турнире. Так, Кинки взорвался, перфекта успеет ли добрать? Да. Да, находит Форстера, оставляет Hard Legion без оружия на следующий раунд. Откидывается флешка, тут же за дефолтом можно пожить и дождаться выхода от своего тиммейта. Но Элик забирает Кинки, в итоге 1-1, 4-3 секунды до конца этого раунда. Пытается перфекта выйти на этот хедшот. На девятке у нас вроде как никого не было, в Hard Legion нет. Да, спускается только через колпу Свят, еще и находит электроника. Стол последний в этом смоке пока что отмораживается, как он сыграет, Александр. Понимаешь, что соперник уже на дефолте. Смог крат, находит перфекта. Кинки попытается выйти в спину или в бок, но электроник его встретил. Свят уже на пленте. Спрей против Бумыча, минус бомба. Флейми дальше нашел уже стеком крада. Ну, самая большая проблема, что эти смоки пройдут, и что дальше будет делать электроники Флейми. Особенно это касается второго, который красный. Электроник! И Егор уходит на девятку. Флейми. Ну как-то очевидно. Считается там вообще Егор там. Это не считается. Он как слон бежал на эту девятку. Топ, да. Флейми просто контролировал и провожал его прицелом. Изи катка очередная для команды Na'Vi. Громят команду Hard Legion в этой серии Best of 3. Ну и, собственно, отправляют с нашего острова домой. Да, вслед за Winstrike.